Из общего числа пожаров многие происходят по вине детей. Но только ли их в этом вина? Наши дети зачастую не имеют понятия, что нужно делать, если случилась беда. Они пугаются и начинают прятаться. Даже наличие открытой двери не всегда помогает в подобной ситуации. Ребенок просто не может сориентироваться. И мы сами виноваты в этом. Мы слишком мало уделяем внимания пожарной безопасности в разговорах с нашими детьми. А ведь это необходимо. Постарайтесь постоянно напоминать детям, что есть предметы, которыми может пользоваться только взрослый человек, а детские шалости и игры с ними могут привести к несчастному случаю. Зачастую спички и зажигалки хранятся в доступных для детей местах. Дети имеют доступ к газовым плитам, утюгам, телевизорам и так далее. Примеров такой беспечности, приводящих к трагическим последствиям, очень много. Систематическая работа в семье поможет сформировать у детей прочные знания о правилах пожарной безопасности и не допустить беды. С самого детства нам знакомы прописные истины. Нельзя играть с огнем и электроприборами. Необходимо наизусть знать свой адрес проживания и номер телефона пожарной охраны 01 с мобильного 101 или 112. И ни в коем случае не оставлять маленьких детей одних дома. А если все-таки пришлось, обеспечьте им безопасность. Спрячьте все опасные предметы.